Сегодня пассажиры 114 маршрута стали свидетелем конфликта. На остановке «Центральный рынок» водитель маршрутки резко закрыл дверь и двинулся с места, пока в дверях еще находился пассажир, пожилой мужчина. Другие пассажиры стали возмущаться, что такое поведение недопустимо в общественном транспорте, ведь водитель обязан убедиться, что люди завершили посадку, только тогда ехать. На что водитель в грубой форме ответил, чтоб ему не читали морали и оставили в покое. Однако пожилой мужчина, который стал жертвой маневра маршрутчика, показал водителю сумку с продуктами. В ней оказались яйца, которые раздавило дверью. Мужчина стал требовать, чтоб ему вернули деньги за испорченные продукты, на что водитель продолжил грубить и обозвал его сумасшедшим. Как не знаю, дверь, дурак, что ли? Ты не садись, раздави! Ну что, на, вон сумку придавил! Вон, на! Словесная перепалка продолжалась несколько остановок. После того, как пассажир понял, что деньги ему не вернут, пошел на радикальные меры. Выхватил телефон водителя и сказал, что не отдаст, пока тот не заплатит ему за продукты. Конфликт продолжился и на улице, едва не перерос в драку. Прохожим пришлось разнимать скандалистов. Кондуктор и водитель вдвоем забрали аппарат у обиженного пенсионера. Это же не мой, ты ее портфон! Нет! Блядь, что ли, блядь? Не трогай! Ты что, больной, это мой! Крыша едет где-то вообще, блядь! Где? Ты что делаешь? Деньги давай мне заплати. Какие? Телефон, 10 тысяч. Ты с ума сошел или что? Охренеть можно. Охренеть.